Я вообще горел. А что это ты сделай в соответствии цвета, поставь тоже на вынос и что там? Красный максимум мастерство могу попичкать. А ты можешь... Нет, ты можешь в это поставить, который в новую чарку шпать. Дополнительное гнездо у нас же белое. Ну. Ты можешь туда закинуть любую, и у тебя будет соответственно цвет, или еще плюс день к выноске. А у меня посерединке, которое там идет красное гнездо, не два желтых же. Не два синих, точнее. Понятно. Можно еще око запихнуть, оно поможет тоже собрать. Мастерство ХП. Ну, у меня, по сути, ХП дофигища. Мастерства у меня 30, так что я там сильно не теряю. Если я выбью шею и кольцо еще, я повышу, я могу пуху поменять, убрать мастерство. Но все равно на капах в плюсе в огромном остался. Что там, если, если у меня 560 защиты, бля. А, так у тебя уже собран кап дефа? Да, да, давно уже. Ля, красавчик. Кто там? Два последних десятки на Кромаса, Хокки и Боно. Вы зайдете или вас не ждать? Всего еще здесь. А где Владик дел? Двадцатку уйдете или десятку? 25. Десятка нахуй. Это где Влад дел? Где он пропал? О, ага, ему надо сегодня прийти. А там вторая шмотка продалась, походу. Почта какая-то. Галдички, галдички. Да, я, кстати, 3 голд, 3к кинул уже в ГБ. Так, там одна сфера, да, осталась? Точнее, 5 осталось сфер. 5 или 6? 5. Надо еще одну сферу приобрести, и этот Акасия плейс. Дальше уже кто-то другой на очередь пойдет. Самара сделал себе, да? Да, Самара себе забрал уже, наверное, сделал. Я думал, кстати, знаешь, что взять 10... Не, не 10, сколько по кузнечке там? Сейчас, Лёня. А что за очередь такая? На 226 пояс ступни, что-нибудь из этого. Ага, прикольно. Короче, понял, я пряжек там наделал, 5 штук сделал. Буду подкидывать. Потом еще извечек возьму, сделаю еще. Там сарани-то подогнали. Вы же смотрите, кстати, после убийства ласта не ливайтесь. Мы ж в ВОЗ пойдем 25 плюс 3 и око, скорее всего. Ну, посмотрим по таймингу, Луков успеем, нет. Ну, я думаю, успеем. Сейчас, если вот два персонажа зайдут. И нужен будет кто-то еще со спеком танка. Так что... Не, я в этот пойду, в танке. А, ты в танке пойдешь? Хок, вы у меня ничего не закрыто на... Варишь, вы о чем говорите? Конечно, в танке пойду. 25-ку Накс ты же вроде закрыл. Ну, Накс... Ваня, ты гад. А чё, я по факту говорю. Я вот Торике писал то, что я буду отбегать, суп, следить. Ставренских ребрах. На всю семью. Сразу можно этот... Можно имя? Аниматорчик. В ДС-ке. А, брось мне систа, я метод там поставлю. Бля, там еще тела лежат, смотри, Шадри, Синдай, чьи-то еще, Макс Фактор, Лериба. Блин, Синдай стырил меня перезвон и даже не зашел. Это типа в него, да? С окна. Да, это в него. Через всю планету. А по факту в монитор залетело. Я в окно.
скобочка к вентилятору. То чувство, когда летом сидишь возле вентилятора, плюешь, и оно тебе обратно летит, да? Да. Ну и хоки. А у нас Кэмерон только в танке, да? Типа танка шмот. Вроде как да. Вроде как. Тогда, может, давай до смерти в ретрика станет. Я с Кэмероном потанчу. Давай, давай. Если он не сломается. Это, я думаю, выживет. 28к бафа. Как я почти. До смерти, если тут прыгнешь, то доверит ли. Короче, маг есть, который ОСОК хочет пойти. Максимум КД. А где, кстати, наши маги? Максфактор. Ну, киньте ему пати, пускай в 7 или 8 посидит пока. Если вдруг кто-то уйдет, у кого-то КД, тогда закинем. Сейчас спрашиваю, вроде КД говорит. Макс 25, не 3 КД. Кто у нас? Хоки вчера шилил? Да. Ну, он Хоки спрашивает, что он там сидит. Ну, как раз Холли пал нам нужен. Хант, а, короче. Он там, он чуть добивает. Спросил. Хочет Хант пойти, нужен? Да, бери. Там пока эти десятка проходят, ну, я ждать не буду. А что, сейчас кто-то в десятке, в другом рейде, что ли? Да, в другой рейде. А что, так странно. Общие рейды. Думаю, же успеют. Ага. Но Накс это всегда надолго. Ну, если не тупить, то надолго. А они в каком рейде сидят? Наксе или еще десятки? А то я недопонимаю, там еще важный рейд. Да, в десятке. Десятка рейд. Ну, десятка рейд Накс? Да. Да, да. Так а нахуя он им нужен? Пускай идут в 25-ку, гильдия стоит, время тратит. Ну я пишу им как бы, они даже не отвечают мне, идут они или нет. Сейчас я Хоки пойму, пишу, что за дела. Я пишу ему, ты что, охуев? Еще попадаются челики, которые... Вон Бону. Кричит Пати. Бону отписал, ага. Значит, и Хоки тоже летит. Ваня, ты тут? Да. Дай ногу свою в обмен, я ее прочарю. Что? Ногу свою в обмен, да, я тебе прочарю. Че тут сейчас по хилам за ситуацию? Какие ноги? Ногу свою. Ты ж ногу, торми ногу, опыт. Дай в обмен. Ща. Как это у вас за фамилия, блять, актера? Который, вон Пати блядь, пишут, давайте обоим паладинам и уже начнем. Жмурка снималась. Это вместо ноги. Хоки, Бону. Что ты кидаешь? Что это такое? Поставьте шкафчик. Сразу засумоним. Народ, как зовут
этого актера, который в жмурках снимался и потом засветился. Панин. А, вот Панин, вот. Панин в Дискорде говорит, дай мне свою ногу. Перекиньте все РТ в 25-ку, пожалуйста. Ну и нет, две, пожалуйста. Сорян, ребята, всех муч. Как, Александр Панин, по-моему, да? Я отбежал, суп посмотрю. О, Алексей, да. Это не обращай внимания, твой ник копирую, пацану там. Мак сейчас тебе напишет в гильдию. Копорос. Где 25 человек? Это все гильдовские, что ли, сегодня? Почти, да. Ребят, для всех замочек пишите в чат лучше. Айдахи, успехнись Варшама. Да, Варшама, блин, в этого НХ. И шамана хилагиум? У нас хилов очень много. Сейчас хилы идет Сухач. Подожди, Сухач, у тебя ШП есть? Напиши плюс-минус. Минус, ну вот, я же говорю. Тогда вот фул пятая пати это хилы. Все остальные ДД. Вот я там еще перекидывал. Так, навалил. Ты у нас кто? Кот или Эрдру? Или этот Кра? Кот. Всех присылайте, пожалуйста. Кого сын плюс в чат поставьте. Все тут уже, все 25 здесь. Все 25 здесь. Хорошо. Дайте фулбов. Серега, ты идешь налево. Кэмерон, ты идешь направо. По хилам Хоки идет налево, Бану идет направо. Вместе с Хоки идет Сухач. Все остальные. Сухач налево, все остальные хилы направо. Первая группа идет налево, третья группа идет налево, вторая, четвертая направо. Вторая, четвертая направо, да и все. Там, если что, стопните ДПС, не так сложно. Есть. А, вижу, не надо. По ДК дайте касочку и мазбаф. Че там КБНок, у кого трени какая? Вань, я в танке. Буду меряться. У Кэмерона, я знаю, он слабоват мне. До смерти бафни мне касочку, пожалуйста. Рядышком прыгаю. Так, Кэмерон, я не вижу твоего дебафа на агро. Он вообще стоит или нет? Вот теперь вижу. Надеюсь, ты не лопнешь. Кстати, ты держишь миника, а потом этот... Серега, ты держишь босса. Да, Юрча. Mm-hmm. Тактику объяснять здесь не приходится. Бэбивар в бокску, немного стопните свой ДПС, а то сорвется все равно. Кому что не хватает, пишите. Пафните кулак каску тем, кто кричит. По Роге в финиш, по Рагнаросу. По хантам тоже, по-моему. Пект, вырубите ханты. И ханты, когда будете прыгать на одну и на второй платформе, есть ханты. То есть убили мобов, дали аспект, чтобы все перепрыгнули сразу сходу. Все перепрыгнули, стали в звездочку и все. Дальше дебаф получили, разбежали по стенам. Ой, Бану, давай быстрее хилься сам. Не спам, пожалуйста, а? Чат не заспамнил. Киньте по Рагнаросу каску паладина. Точечно дайте и все.
еще раз торчи на пол. Бокскол. Хорезм шах. Хорезм шах. Еще раз. Хорезм шах. Ты здесь или нет? АФК. Ладно, пульте. Пульте. Левая сторона, пристопните. Вообще стопните левая сторона пока. Не бейте. Пускай доты тикают. С левой стороны один человек, перейдите на правую сторону. Уже перешел. Хорошо, все, тогда остаемся так же. Ждите, пока догонят. Все, бьем равномерно. Смотрите, вы все равно там обгоняете, так что если что, лучше подстопывайте кто-то. Ну, левая стопаем пока. Чуть-чуть. Все, добиваем. Ханты аспекты приготовились. Дали два аспекта. Перепрыгнули все и в звездочку стали. Бакскутень там все. Все в звездочку ДКшки, ставьте. ДКшки можете дать войско сейчас. Ханты на пол дайте сразу. Вот сейчас разрываться. Приготовили, сейчас будут дебафы, получили, по сторонам стали. Как только все стали, дайте веру. Бану их окей, понял. Приготовились перемигать. У кого поменялся дебаф, сменились. По числовой стрелке бегаете. Кто стоит в минусцах с плюсом? Внимательно посмотрели. Приготовились. Бежали.
лысмен. Приготовимся. Приготовились смены. Пивосян, подойди на МП. Летят доты, им на МП. Готовили смену. У меня в одного только показывают, когда бегут через центр, получают урон всех, кто сопротивляется. Нет. Они что, пофиксили это все? Давайте по часовой бегать, урона очень много получаем. Это цепуха. Да, это цепуха. Приготовились, ребят. Дожмите его к последней перебежке. Баблы, не баблы, что-нибудь, если сможете выбрать, вам это осталось. Давай, до смерти. Не будет, не будет. Просто вот те, кто с пула умирают, это печальные люди, я не знаю. Да, нормально. Пула умерла 2 хила, а потом какой-то человек убил еще пару дней. Там... Агро сорвает? А кто танчит? Не ДК, что ли? ДК, ДК. Ну, у меня агро не срывалось. Может, тебя цеповуха убила? У меня агро вообще 0% даже срыва нету. Все встали, побежали. Там, если бы бэбик бы не сдох, бы захуярили. Даже надеюсь, как вчера не будет.
Войт, ты этот... АФК ушел или что? Нет, загрузка что-то долгая. В игру загружается после смерти. Вот у ворот только появился. Вой, там тебя с это, чата зовут. Какого чата? Рейда. Я, что ты финишим, а ты кто? Только говори ник, который я знаю. А то люди делают тысячу ников, а у меня всегда только Войт. Помню такого. Там у босса уже, суммоните, пожалуйста. Ты, кстати, я вот правила почитал, ты писал для ролла системы, то есть система ролл остается? Пока да. Пока еще не начали заниматься всей этой... пищи, как ЕП, АУ, все дела, пока я здесь с ним орал. Сейчас подборахлим людей немножко. На следующем КД, может, получше будет. Ну, в четверг я на сутках, ты что на четверг планируешь, какой рейд? Ну, вообще, сейчас первым рейдом идут все ульдуар, потом все остальные. Вот это печально будет, если четверг ульда будет. Если 25 тел с гильдии будут, плюс-минус можно перенести на пятницу, то же самое. Я не хочу, типа, что типа из-за меня там одного, но я бы не отказался, если бы было в пятницу. У меня просто сутки трое, и там каждый раз сдвигается. В неделю, получается, вот эта неделя будет только четверг сутки, а остальные недели там по два дня. То есть 5 дней играю, 2 дня на сутках. Недели, а потом опять эта неделя четверг только на сутках и остальные не играют. Тыкните, пожалуйста. Когда вы бафаете, еще не все пришли, вы начинаете баф кидать. А еще вопрос. Я хотел как бы в среду поставить допронос 25-ки у льды, чтобы закрывать этого. Ну, траить хотя бы просто. Йога? Да, траить. Блять, даже не знаю, что тебе сказать. Можно, в принципе, но там ДПСик у людей такой, что... Можно, в принципе, зайти чисто посмотреть, что там в комнатах. Могу поверелить. Не, рейлить не надо, я вот сам буду. Ну просто чтобы все хотя бы понимали, какие есть фазы, какие нет фаз. А то все равно в следующий также мы убьем всех боссов, дойдем до йоги и что, будем опять люпы сосать. Дело в том, что там рейд не готов по ДПСу. И некоторые хилы не готовы.
кстати, когда они приготовятся, тоже не факт. Ну, а так-то можно, ну. А, ну все по местам стали, у кого баф есть. Сейчас то же самое, пожалуйста. Сначала, когда все перепрыгнут, агрит только танк, все остальные отойдите чуть ближе к краю платформы. Вот фрейм звездочка стоит еще ближе вот к этому выпаду, встаньте. Тогда, ну, нету шансов того, что вас реально сейчас ваншотнет сразу. Меньше шансов на это. Да ярче. Холи паладина, вы это, угораете что ли? Как вы вдвоем сразу упали? Давайте сейчас не падайте. Все готовы? Начинайте пулить. Я бегу. Паладин, агро держи, паладин. Бэйбивар, поставь на свой ДПС, пожалуйста. Вставалка есть? Вармолюбе. Рейсинси его. Войд Фури. Дай ему ГР. Или навалил. Там кто-то дал уже. Так, хорошо. Правая сторона чуть приступните. Правая окошко, кто там еще будет? Бьем все вместе. Антиаспект. Все перепрыгнуть, я один кто-то не перепрыгнул. На край платформы встали, ДК агр. Ваги на пул давайте. Кто там? Под ноги танк встань. Где там танк? Он тут так шотать будет. Разбежались. Порезан шаг. Перепрыгнешь, жди своего дебафа. А, дайте БР по этому, по Эдфури, дай по ГБНу. Выйди из фрейма, отдай ДПР. Он вставалкой встал. Ждем смену. Смена полярности, ждем. Поменялись. Дайте Геру. Шахту, где я тебя вижу? Ты опять не перепрыгнул? Блин, как остыл. Приготовились. Поменялись. Встанешь потом, когда я отойду. Вставай. Подойдешь, когда получишь дебаф, Хина. Если БР есть, зажечь потом БРнишь. Выйдешь из фрейма, БРни этого. Зажечь. Смена полярность приготовилась.
смена приготовилась. Поменялись. Минопулярность приготовилась. Поменялись. Смена полярности. Менялись. Смена, приготовились. Поменялись. Смена полярности приготовить, поменялись. Плюса в портал. Минуса на месте. Плюс, отойди от нас. Стоишь, урон получаем. Стоишь, смотришь. Самое главное, стоит таргет и клацает по всем. Он гений. Кэмерон, ты у нас гений. Не подходите ко мне, шмот золота. Где ты стоишь? Я иду. Рольцы, танковские эти, танковские, блин. Токен, ноги, вар, охотник, шаман. А, не-не-не, пошутил. Пал, жрец, чернокнижник. На второй этаж, что вы там в коридорчике стали? Боссы новые не появились еще. До смерти. Дальше. До смерти посмотреть, тебе вот эти боты нужны, пока не рольте. Сразу говорит, да-да, нет. Не, у него 226, по-моему, стоит. На отступе рольте. Так Кэмерон ж еще там идет с танком, может ему надо? Кэмерон 30, Хорезм Сах 43.
Одна дам камеру. А, он до смерти стоит, пишет. Надо? До смерти. 88, да, он их и заролил как раз. Так. Две головы на эрдруля. Что у нас? Аниматор, скажи, тебе нужно или нет? Пока не ролится. Влад, ну тебя ж не было. Эрдрушки. Аниматор. Нужно, нет? Минус. Оффспек ролится, эрдрули. Валил 24. Могу прям сразу раскидать. Вторая голова тоже никому не нужна, я на расколы кину. Кидай, кидай. Все, с ангара. Ну, ага. Второй этаж. Камера, ну у тебя даже бич ДД нету шмота. Спек. Что, что, Хольфи, что? На 5 минут. Но... Ой, за 5 минут мы убьем босса, в принципе. Вот, ну, типа, ты иди, мы пойдем 24 тела тогда. Там кто-то падал вроде как, да, тебе фулбафа? Кэмерон, еще раз спрашиваю, у тебя есть спек ДД или нету? Так, понимаю, не здесь. Вон там Самара пишет, если он нужен будет, пиши за него. Ну да, я могу уже заменить, просто напал. Или того же мага, который вчера был у нас в шпанке. Ответка с него будет сегодня или чё? Он вообще будет игнорить? Вообще на процессе печально. А что это, новенький какой-то или что? Да что у нас сидит в гильдии, от него какого-то профита вообще ноль. Ну вроде хотел танчить куда-то, говорят, что он очень плохой там. Так он еще не одетый нихуя, конечно, он плохой. Одетый не одетый, но даже не от одетых здесь прох. Его вообще сейчас нет, он здесь заходит теперь. Эй, короче. Лифри, ты там, где здесь сидишь? Ну, он сейчас на шадре заходит. Так, давай, Сунгара, ты танчишь Бабивару, а дай по нему этот СС-ку. На всякий случай. Дайте шкаф и фулбаф в шадре. Сейчас я секунду дверь открою быстренько. Да, пока его засумонит. Шадри, ты в этом. А, давай. Давай, прыгай ты в сову. А этот Айдахил, спикнись, пожалуйста, варшан. Или ты уже. Велики, все стоите полукругом возле босса. РДД, рассасывайтесь по вот этим меткам. Сюда. Вставай, бокскул. Дальше. Кант, соблик. Да хай сами разбегутся, что ты будешь каждого ставить на точку? Да. Соблик. Слышишь меня? Вставай сюда.
Так, бану, в принципе, нормально. Вот сюда бэк-двору, если ты достаешь отсюда. Бэк-двору. Ладно. Сова какая-нибудь. White Fury, вставай сюда. Так, Бармалюга, ты у нас кто? Лем, да? В принципе, нормально стоишь. Габернах тоже подойдет. Ханты, все ханты лучше назад. В принципе, да, дистанция хватает. Бивару нормально. Так, остальные шипешки, шипы, которые у нас есть, тоже найдите себе плюс-минус место. Чтобы дистанция была плюс от каждого где-то 5-10 метров РДД. На одно место встали и стоим. Упадет Blizzard, назад отойдете, вынесете, обратно на место вернитесь. У вас, в принципе, проблем не должно быть с этим. Милики, на вас Blizzard падает, бьете по кругу, встаете, бьете босса. Blizzard на кого-то упал, все посмотрели на вас, не на вас. Если на вас, вперед отошли за босса, ушли влево и вправо. Не надо бежать ни в РДД-зону, ни к хилам. Вперед отошли и побежали вправо или влево. Милики сразу, как только в Blizzard зону падает, смотрите и отходите, чтобы вас не дамажило. РЧ на пол. Фулл бафы дайте, там кто-то МП5 бросит. Шадрите, зачем МП5, если у нас есть шаман? Они не стакаются, если что. РЧ на пол. Паладины. Ауру от льда поставили? Хорошо. Серега, что там, где ты? Ждем последнего танка нашего. Не слакайте только на Blizzard. На воздушной фазе, когда взлетает, падает три глыбы, все сбегаемся за глыбы. Только как взлетело, между собой дистанцию набрали 10 метров и продолжаем бить. Никуда не надо убегать. Паладин с ретри аурой. Поставь, пожалуйста, третью. Третью ауру вместо ретрика. Да, меня не достает третья. У кого-то стоит ретри аура из паладинов. Чё так сложно третью тыкнуть? Серега, ты здесь? Еще раз РЧ на присутствие. Меня пол. Он, походу, дверь пошел на первый этаж открывать. Пока стоим. Вот смотрите, вот стоит Хапал. В трусах. Да? У него третья аура. До луны она не достает. Все, давай по местам вставай. Не можешь сразу запулить, как встанешь на место. Приготовились, пошла. Ладно, пошла. Вот ты вообще некрасиво повернул ее. Лидер. Сразу найти, разворачивай ее. Ханты, снимитесь со строгами по наполу. Воздушная фаза. Дистанцию наберите. Мили по зеленой все лужи рассосались, вышли с центра. Первая, вторая. Еще одна падает.
Разбежались. По местам. Понял. Бой в хуре, если бэр есть, дайте бэр по этому шадре. Или зона на ком. Понял. Тут как ты сдох-то? Не дохилили его. Падает, не падает, падает. Два по 10 дало. Я не успел, я только тебе кастую, и оно убивает. Интересно, конечно, но как бы хапал хит себе должен на танке быть и хилить. Поставьте, задеть, сдохните там быстрее, станьте под лужу, что-нибудь такое. Как-то странно, видишь, у тебя 11 ЛП-шек всего. Заходим. Чё-то загрузка долго. Ханты и роги, когда пулить начинаем, сразу скиньте себя по новому полу на Серегу. Локи, вы раскол души сразу не давайте. Серега, а Серега? Ау. Ты чё там, одной рукой играешь? Да. Сижу, кофе пью. Ну ты же себя хилить можешь ударом смерти. Он не должен себя хилить. Ну, паладин, может. Кидай. Паладины как бы хер поклали, это видно. Мы их пристыдили. Ты мог бы как бы не упасть. Бону или же Хоки. Убедительная просьба не бежать к миликам. Я понимаю, у вас мана садится, и я понимаю, что вы бьете и больше нахиливаете, крутите свой ДПС, ХПС. Но давайте кто-нибудь из вас один будет стоять возле танка вот здесь. Частицу кинули и будете хилить. В экстренной ситуации сразу кастанете ему свет небес. Не надо забегать к миликам. Это усложняет задачу. На вас кидается Blizzard, вы из всей мили-зоны выбегаете к РТД. Поэтому один кто-то из вас встал туда и стоит, хилит танка. И подхиливает рейд. Мана сядет, здесь есть много престов, которые кастуют гимны. РЧ на пол. Милик, если на вас бросился этот Blizzard, пробегайте через пузо на ту сторону, вы разворачиваетесь, этот РДДшников заливаете сильно. И хилов, которые там рядом, да, стоят. А на взлетной фазе вот зеленый круг стоит, по нему все так полукругом стали, РДД на вот этом сером кругу полукругом, и все. И вам проще будет бегать, и в любом случае вы все добежите, чем вот убежать назад куда-то там, где... А на той стороне хил есть? На той стороне? Да, на той стороне. Но... Если они не останавливаются на Blizzard, их не догонит Blizzard. Ну это. Не, их дамажит немного, но все равно. Вам надо просто через пузо пройти и уйти либо влево, либо вправо. И тут уже круги наворачиваете, и там у вас хилы подхилят по-любому. Хилы распределитесь так по уже полукругам, чтобы доставать для всех. Все,
Я еще раз рычаг дам. Пивосям. Все, все готовы. ДК пуль, ханты на пол, роги на пол, РДД рассосались. Хилы тоже рассосались. И че она идет? Кто быстрее меня бьет? Она уходит на вас, ребят. А Бенов первый дал. Ну. Габенов на тебе. Лизер. Станьте пошире между собой. Сейчас никто не сдох еще, дайте клет. Что за прикол? А, я как раз сдох, я поэтому. Помогу. Воздушная фаза, все приготовились. Рассосались все. Станцию набрали. Один, два, две, две, уж три глыбы. Сбежались. Спрятались. Какие не останавливают. Правильно, по местам все встали. Вебивар, уйди оттуда. Мили рассосалась, РДД рассосалась, молодцы. Мили, зона шире станьте. Одной утюжи опять стоите. Близер, Фина, выноси. Его сяму. Кто там летят доты? Афина, это не на тебе, это нужно сжечь. А, все же на тебе. Войд фури, войд фури, войд фури. Воздушная фаза. Дистанцию набрали, продолжаем бить. До смерти, куда ты бежишь? Чадры, первая упала. Второе. Вторая упала. Третий упал, пивосямба, косты, гимна, хп. Сбежались, сбежались. Все, разбежались, пивосямба, гимна, МП сразу. Или шире. Там Близзард в милизоне. Харизм шах или кто там? Финиш. РДД зону, пивосямба. Бэби Вару. Навали. Шадри Габена, Шадри Габена. Резать хотя бы его. Кого? Габена. 8 мультов осталось, не надо. Так, Габена. Воздушная фаза. Дистанцию набрали между собой. Продолжайте бить. Первая. Пивосямба. Это далеко стоит. Вармалюга. Все, сбежались, сбежались, сбежались. Сухач кастует этот гимна хп. После гимна МП можно сразу сухач. Бармалюга, на тебя. Ха, ласса.
навали. Дальше же ускорю, кого там уже видишь. Идет. Мили зона, на вас там визор разъяснится сверху, нет? Да. Летят дотки. Я тебе, пожалуйста. Перчатки, блин, на диване. Так, а если я ключ не вижу, значит он у меня все-таки есть, да? Да, спасибо. Значит, у меня с 25. Все, посмотрели, побежали дальше, ребята. Разрыв будет. Сразу рольте ключиком этот. Все, ну кому нужно. У кого есть шея с острова, тот не роль. Ну, сам не сюда. Вон, 87-3 хима. Я чё-то? А я лох. Кинно. Так. Поишка.